Господа и дамы, всем КП на КПГ. Чё он сказал? Вы на канале Продам Гараж. У нас новый юнит. Купили мы его не совсем дорого, не совсем дешево. Сколько? 340, да? Нет, там 370 плюс всякие таксы, депозит. Нет, таксы, да? Есть депозита всякие. Здесь нету, да? Есть 100 долларов. А, 100 долларов. Ну, короче, в общем, 370, 400, по-моему, 40 со всеми налогами, да? Со всеми налогами 430. 430, ладно, что я не скажу, все мимо. В общем, смотрите, мы сейчас заскочили сюда, у нас нам впереди предстоит еще длинный день, нам надо вывозить различные другие сториджи, которые мы покупали до этого. Это как раз мы засняли на второй канал на наш, ссылочка будет в описании на PG Life, там можете посмотреть, как мы этим занимаемся. А сейчас мы его открываем, смотрим, что здесь внутри так поверхностно, быстренько, и едем по делам, и возвращаемся сюда завтра утром. А, такая красота, да, плитка была вот здесь, почему-то упала. Но здесь очень много интересного, мольберт. Гитара. Вот тут на фотографии вот этого, с этого краю не было ничего видно. Здесь вот я вижу скейтборд. А, сундучки, сундучки, мундучки. Ох, еще скейтборд и сноуборд здоровенный. Опа! Это что, лук? Вау! Давай я подержу. Ну-ка, подержи камеру. Смотрите-ка, вот этого. Вот если бы вот такой чехол был виден бы на фотографиях, цена была бы совсем другая. На фотке это не было видно. Всю жизнь мечтал найти лук. Че? Че там? Ну че молчишь? Друзья, знаете, что самое главное? В одной из прошлых серий я нашел меч и порезался. Так, только... А теперь самое главное не застрелиться. Ты видала, что это? Видала. Так. Коллиматорный прицел, или коллиматорный, или клейматорный. Для ближнего боя, ну, средней и ближней дистанции. Да. Он не заряжен? Ну, обоймы нету. Ну, а патрона? Ну. Я тот еще оружейник, но вроде бы ничего нету. Вроде бы все пусто. Ну, курок заблокирован, он в смысле на этом, на предохранитель стоит, вот. Вот так стрелять, вот так на предохранители. Это надо будет обратиться к Димке, к подписчику, с которым мы в тир ходили, чтобы он подсказал мне. Так хочется в дуло заглянуть, но после этого пальца я не хочу этого делать. Слушайте, ну это класс. Обалденно. Это обалденная находка. Сразу же, ёшки-пашки, мне не терпится уже сейчас здесь поковыряться. Не что здесь еще интересно? Ехать, да. Представь, на таком месте. О, ты представляешь цену, какая была бы, если бы здесь должны быть обоймы, но здесь нет. Обоймы, магазины или как там. Все, закрываем. Закрываем. Представляете, друзья, это просто мы заглянули. Что же здесь может быть? Чего? Иди сюда. Мотоцикл? Мотоцикл какой-то, ну или мопед, но что-то за вещами спрятано. Ровно год назад мы переехали в Колорадо и купили первый контейнер ради дивана. Помнишь? Да, да. Прошел ровно год. И в том контейнере мы нашли мопед Ямаху. А здесь, смотри, какой-то винтажный. О, что-то у него там фара какая-то в это висит выбита. Но... Ой-ой-ой, как интересно. Да? Все, 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 все. Мы поехали. Все, меня аж подтряхивать начинает от любопытства. Погнали, друзья. Завтра мы возвращаемся сюда, сейчас мы вешаем замок. А мы поехали, там довывозим с двух контейнеров мусор. Все, увидимся завтра. Оп, и вот так пролетел день. Мы приехали. Мы приехали на разбор этого юнита. Мы в предвкушении. Сразу можем 100 долларов плюсануть, потому что подобные мольберты примерно в этом диапазоне продаются быстро и легко. Так, ну первым делом я хочу забрать вот это. Я хочу его повнимательнее рассмотреть. Вот этот нежданчик так нежданчик. Смотрите, здесь что-то как под какие-то батареи какой-то, я не знаю, это... Так должно быть, наверное, да? То есть, ну, серьезно, я
Тот еще оружейник. В армии не служил. Но это тем более в любом случае модель МК-1 Кал Мульти. Сэми сейф. Сейф и сэми, сэми, ага. И авто. Опа-на! В смысле? Авто? Это, сэми это полуавтомат, а это авто. Это автоматическое оружие? На автоматическое же нужно там какое-то супер разрешение. PWS МК-110. Надо сейчас загуглить. Но вот этот вот пламя-гаситель, там он или как называется на стволе. Эй, хочется туда заглянуть, в этот ствол. Не знаю точно, что это такое, но сейчас проверим. И вам расскажем. Так, ну вот у нас по маркировочке сразу вылезли фотографии в Google. И пишется, что это Альфа что-то там. Не знаю, на вооружении у Альфы. Что-нибудь бы с ценой увидеть примерно. Да, смотри, это что, как штурмовая автоматическая и полуавтоматическая винтовка. На YouTube вот ее обзор вот есть. Не, она-то вот, вот сразу она, вот она, в нашем же даже цвете. Вот, смотри, видишь, вот она. 5,56, НАТО, 10,5. $1,949. Ну, это другая. Нет в наличии, продано. МК-111, а это МК-110. Да. Но если это стоит 2000 баксов, то это, наверное, стоит каких-то денег. Обалдеть. Вот это да! Вот это круто! Если мы сейчас еще от нее найдем патроны и обойму, вообще будет. Вот он. Тогда в тир пойдем опять. Будем ее там проверять. О, 2200! МК-110? Да. Вот она. В черном цвете МК-110. На одном из оружейных сайтов я обнаружил вот такое вот объявление. $1,700 за эту винтовку МК-110 в черном цвете. Все дело в том, что у нас, как выяснилось, немножечко не та винтовка. Наш образец я нашел совершенно на другом сайте. В проданных она была вот за $275, без прицела такого, как у нас. И все дело в том, что это точная копия винтовки, которая состоит на вооружении НАТО, используется для подавления стрельбы. И, в общем, очень кучу характеристик я прочитал про это оружие, пока исследовал. Но наша находка отличается тем, что это копия, как я уже сказал. Обнаружу я это много позже. Всю дорогу, разбирая контейнер, я буду уверен, что это настоящая винтовка, пока не найду к ней магазин. А в магазине пластиковые шарики. Но, тем не менее, в таком состоянии, как у нас, в $200-$250 ее оценить можно. Поэтому давайте 200 баксов в копилку. Так, погнали дальше. Здесь у нас такой вот... О, я думал, это скейтборд. Это скейтборд. А что это такое? Крепления такие сделал, чтобы вешать. А так вот, видишь, для колесиков. Ну, я понимаю, что для колесиков, но это странные какие-то крепления. Здесь, понятно, что-то под видеокамеру. Фриборд написано. Проверим, пока непонятно, что это. Причем вот эта поверхность, вот, шершавая, по идее, на которую ногами надо вставать. А эта сторона, наверное, как декор какой-то, не знаю, посмотрим. Вот так он должен выглядеть с нашего снятой колеса. Если посмотреть обратную сторону, это у нас, вот видите, крепление для ног. Эти подобные доски используются для скоростных спусков по горным дорогам. То есть люди на таких досках набирают огромную скорость. И вот здесь в проданных на WordPoint мы видим, за $250 такая доска была продана. Колеса мы к нему в итоге потом еще найдем, поэтому предлагаю оценить в $150. Здесь какой-то бамбуковый тубус. Для удочки, что ли? Не знаю, для меча самурайского. Да. Надо нам мечей больше. Так, здесь две удочки, ты их уже проверила, да? Одна $40. Вот это стоит $40. А это может быть... А, это покруче. Ну, хорошо. Давайте обе в полтинник оценим. $50 за две удочки, это нормально, точно легко продастся. Так, что здесь в этой сумочке? О, все для рыбалки. О, ножичек. Рыбацкий наборчик. Ножичек, катушечка. Я вчера катушку продал одну Шиману. Просто выставил на ура ее за $40. Она улетела тут же. Это корейская какая-то катушка. Дайва. О, это дайва корейская. Нормально. Ну-ка, ножичек. Тоже что-то стоит долларов, может быть, 40-50 спокойно. Таймер. Олд таймер какой-то. Хорошая сумочка. Положи его назад. Сумочка классная вообще. Раз зацепил ее на ремень. Да, ничего лишнего. Все с собой на рыбалочку. Две удочки, сумочка. Как поймал, поймал. Так, смотрим, что здесь. О,
Здесь у нас тоже рыбалка. Здесь маленькая удочка. О, катушка какая-то необычная. Это у нас игл, игл клау. Так, мушки они... О, их две здесь. Ага, прикол. Смотри, их здесь две. Вот она раскручена. И удочки две. Две катушки, две удочки небольшие. Хорошее, прям такое все чистенькое, новенькое. Супер чемоданчик. Это что такое? Я не знаю, на ней что-то написано здесь. Надпись. Что за палка такая? Да, написано, что это бамбук. Здесь просто какая-то такая рукоятка. А с этой стороны такая. Я не знаю, для костыля длинноват немножечко. Нет. Используется это приспособление для как раз катания на тех самых досках, которые мы показывали вам до этого. И вот новые они $100-130 проданных, а бывшие в употреблении $49. Итого оцениваем в полтинничек. Не весло, но похоже. Здесь у нас походный рюкзачок такой спортивный. Удобно там на велосипеде там и так далее. Здесь веревки и палатка. Discovery 2. Здесь какая-то запчасть, я так понимаю. А, скорее всего, это от того мотоцикла, что там стоит. Очень похоже. Да, здесь вот педали какие-то. Зеркальца, зеркальца, зеркала. Ух, тяжеленная какая катушка. Это что за такая веревка, что она весит килограмм, наверное... Не знаю, ну килограмм 7, наверное, 8. Ого, что-то завернуто. По форме что-то сейчас то, что, возможно, в кадр показывать нельзя. Но это не для использования, это керамический такой, знаешь, для красоты поставила, и вроде бы это как не распустившийся тюльпан. О, Анка, примеришь? Нет? Ну, большая, что, не видишь? Ой, похудела и выпендривается. О, колеса. Да. От этих скейтов. А, это спальник. Это даже не спальник, а такая подкладка термо, чтобы на земле спать и ничего себе не продуть. Хотя причем здесь колья, может быть, не от нее явно. Так, это у нас еще доска от какого-то борда. Наверное, они как-то по-другому называются. Лонгборд, скейтборд есть. А, в такой форме, я не знаю даже, как его назвать. Ну, в общем, доска. Здесь коробочка, тут пазлы Томас Кинкейд. Оригами Star Wars. О, Хан Соло замороженный. Ничего интересного, но тут удочка. Это удочка? Это какая-то автоматическая винтажная удочка. Я не знаю, на батарейках или нет. Судя по всему, здесь вот для поплавка, смотри, кармашек. Я такой не видел ни разу. Pocket Fisherman. Проверим. Проданных от 15 до 100-120 долларов. Но реально продать можно за 30-40. О, залипательная вещь. А, да, это вещь классная. Это залипалка такая. Будет этот песочек потихонечку там пересыпаться. Но мне кажется, у него немножечко жидкости потеряно. Должно быть ее больше. А может быть, нет. О. О. Лично. Здесь немножечко личных интересных мелочей. Дон Дэвис какой-то значок. Это у нас жемчужина в золоте. Ну, да, что-то написано. Написано, это фирма. Это может денег стоить. Потому что если она фирма... Бренд есть, да? Да. Ну нет, это не золото, по-моему. Не золото. Но какой-то бренд. И небольшие такие часики. На крышке вообще ничего нету. Какая-то игрушка, медвежонок на веслах. На ключике заводится и плавает. Ой, можно в ванну водички набрать. И вместо утенка с медвежонком плавать. О, губная гармошка. Большая, размер такой, ничего. Долларов 20 стоит. А здесь у нас геологическое или как? Да, в общем, древо его родственники, да. Здесь ему прислали, получается, он как тест ДНК какой-то сдавал, да, ему прислали эти документы. Mm-hmm. Вот это вот альбом по окончании школы, вы представляете, просто. Ну, вот у вас есть такой альбом, а, в таком исполнении? 89-й год. У меня нету. Класс. Ни у кого из моих одноклассников нету. И из одноклассников одноклассников, друзей одноклассников и всех, кого мы знаем. Что это? Это упряжь лошадиная, которая, ё-моё, которая не для лошадей? Не надо. О-ла-ла. О-ла-ла.
Кем они были? Давай ты не будешь это вообще в руки брать. Подожди. Ой, это же эти, по-моему, эти шахматные фигуры, нет? Фу, я без перчаток. Гадость какая. Фонарик не фонарик. Это надо соучастникам отправить. Они там седла нашли. К седлам можно приложить в комплекте. Дороже продать. А, тут у нас масочка какая-то. 55 баксов цена на ней. Ничего себе. Так, это кейсик. А сзади я смотрю, что не кейсик. Open. А, проигрыватель такой. Проигрыватель для пластинок. Ну, по-моему, большая сюда 12-инчовая не поместится. Это для маленьких. Картина нарисована. Луис. Подписана кем-то. Луис на холсте. Цена 13,75. Нет, это непонятно, что цена. Это не картина. Ну да, я тоже не знаю, что это за цена. Ну, такая вот картинка. Еще картинка, тоже Луис. Ух ты, смотри, это Sony PlayStation что-то. От Sony PlayStation. А здесь виртуальная реальность. Очки, которые подключаются либо к Sony PlayStation, либо к компьютеру. С камерами. Вау, я всю жизнь хотел это попробовать. Но ни разу не пробовал. Sony, да. Это для Sony. А у нас четвертая Sony есть и куча дисков к тому же. Может быть, получится подключить, попробовать. Так, ну что? Пробежимся по этим ящикам. Сначала О, тут тоже еще что-то стоит. Ну, открывай. Сейчас, подожди, давай. Это Анина сумка. Что здесь? Ага. О, кстати, мне этот палец перебинтовки делать, когда кровь я отмачиваю. Вот так вот будет вообще очень классно отмачивать. Уф, да, да, да. Так, смотрим, что в ящиках. Начинаем справа, слева, справа, слева. О, тетя с хвостом голая. Слева начнем. Так, что? О, целый набор. Для дремела. Наждачная бумага и насос. Это мини-компрессор для работы вот с такими вот аэрографами. Так, здесь что-то, я так понимаю, для микрофона какого-то. Мелочевка для работы. О, сабельная пила. Райоби, без батарейки. Здесь у нас какой-то тестер. Так, здесь тоже шторы или постельная, не знаю. О, мужская. Все, супер, у меня есть шапка на эту зиму. Здесь пусто. Начинаем этот ящик. Сверху. Нитки. Какая-то коробочка. Тоже нитки. Либо в донейшн, либо лотом продавать. Ого, вот это да. Вот это здесь рукоделие. Хук какой-то там чего-то. Ёшки-пашки. Вообще, по идее, это... Вот, смотри, от оверлоков всякие эти запчасти. Ага, да, для швейных машинок, оверлоков, ага. А здесь вообще просто это для рукоделия этих кнопок, клепок, замочков, он молний. Огромное количество. Я думаю, мы все-таки сделаем большой лот с этим. Продадим. И продадим это дело... На аукционе. Сколько дадут, столько дадут. Последний ящик. О! О, в последнем ящике что-то интересное. Микрофончик. Ух, тяжелый. Voco Pro микрофон. Мы как-то находили еще в Майами, да, какой-то один микрофон. Я его выставил на аукцион, нам за него 70 баксов дали. Надо проверять микрофоны. Шкатулочка. Шкатулочка легенькая. Часики. Так, вот еще запчасти от швейных машинок и оверлоков. Это что за рукоятка от трости? А, нет, не от трости. А что она здесь делает? Еще один, смотри, пульт, да? Это к нему пульт. Это что за железный кейс? Как-то странно открывается. Мне кажется, что-то для рисования, да? А, ну да. Это кейс, в котором... Ух ты, Star Wars. Пластинка. 1977 год. Слушай, он что-то рисовал еще, как для Колорадо, для штата какие-то эскизы, там, не знаю, парков чего-то, заведений каких-то. Как проектированием каким-то он занимался, что ли? А что здесь за писюны? Я тоже не поняла его. Здесь какие-то писюны наклеены. Ну ладно, неважно.
Так, сундук на свет. Смотрим сундук. Так, что тут, пластиночки немножечко сверху. Какой-то материал дубленый. Ух ты! Этих ребят мы знаем. Это у нас Битлз. Угу. Так сразу не скажешь, но как бы $10 стоит. А так все зависит от многих факторов. Цена формируется. Гавайи Парадайз. Тоже гавайская музыка. Гавайи. Гавайи. И тоже сердце Гавайи. Все с Гавайями связано. А мы не были на Гавайи. Ой, ну что такое? Все одеяло. В таком красивом сундуке. У нас какая-то старая псина. Пледы, одеяло. Вот честно, да, ребята, не того ожидаешь, когда такой сундук открываешь. Но чаще всего в них хранят вот именно такое барахло. Так, что у нас здесь? Шитье выше. 10 тысяч. Блин, это игральные, да. Нет. Да, это не настоящие деньги. Ух, сердце ёкнуло, друзья, прям. Ставьте лайк, пишите комментарий, у кого сердце ёкнуло. Да, игральные, прикинь. Еще, вот еще пачка. Офигеть. Magic Props какой-то там, еще вот пачка. Блин. Ой, жалко. Вот это класс. Эмоции подарила нам эта сейчас коробочка. Да, иголки. Всякие вот эти инструменты, чтобы настраивать. Это все в сумме, я тебе говорю, это лот какой-то, ну, мы составим один, а может быть не один лот. И все это рукоделие прикольно принесет каких-то денег. А узнают о том, каких это денег может принести, только те, кто подписан на канал. Не, ну и те, конечно, кто просто следит за нашими выпусками, тоже узнают. Ну, лучше быть подписанным на канал. Это же не сложно. Вот сейчас там раз, подписаться, колокольчик потеребил, и ты всегда в курсе всех новостей. О, и здесь все для шитья. Смотри, сколько молний, мама дорогая. Вот мне интересно, надо это будет кому-то, не надо, продадим мы, не продадим это. И это все тоже продается. Вот, пожалуйста, лот был продан за $124. Видите, какие бегунки. Или вот, как вам, 5 таких молний за $630. Вот такими лотами за $100 уходят. Вот 27 бегуночков в районе $80. А здесь 72,80. Ну, в общем, как вы видели, у нас очень много всего этого материала. Соответственно, будем выставлять лоты. Но так, навскидочку, я думаю, долларов 300-400 со всей этой кучи мы получим легко. Ух ты! Ничего себе! Вот так вот двумя коробками выставлять, да, и надо. Так, да, давай-ка. Давай, я сам. Тяжеленькая. Тяжеленькая, не поднимай сама. Так, здесь какие-то провода. А, вот этот товарищ очень часто символизирует то, что происходит у меня в голове. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм, да. Ух ты, клавиатур сколько. Dell, HP, Dell. А это что такое? Это для дисков. Здесь что-то с играми связано. Да, я все жду, когда же у нас пойдут фигурки Warhammer. Здесь какие-то Magic карты, я так понимаю, да? Да. Таро. Ну, это мусор. О, здесь наборчик, да, Beatles CD. Но только их нету. О! Ё-моё. О, нет, стоп! Так это... Игрушка. Это пульки! Игрушка. Вот что-то, видимо, от приклада. Угу. Видеокамера. Ну-ка, погодите-ка. Да, 5,56 на 45 пуль. Ай, так это воздушка. И получается, что батарейку надо ей вставлять. Вот и вся интрига вам, друзья. Не, ну, конечно, мы нашли подобное что-то задорого, да? В интернете. Вот, да, сюда сначала там крышечка одевается, потом сюда вот эта штучка одевается резиновая. А вот это вот обойма у нас получается так. Она без батареек-то и не работает. А мы-то губу раскатали, да? Уже думали полицию вызывать. А это игрушка. Серьезная, конечно, солидная, но вроде бы игрушка. Это как-то немножечко и спокойнее на душе, с одной стороны. Ну и, конечно, по деньгам никакой такой особой прибыли не будет. Хотя цены на eBay, может быть, это были за игрушку. Коробочка с Крисмасом, куда без него.
Господа и дамы, в прошлом выпуске при розыгрыше была допущена мной ошибка. В комментариях справедливо было замечено, что у победителя не было ключевого слова, и когда он вышел со мной в Инстаграм на связь, он абсолютно был с этим согласен, поэтому мы монеты из прошлого розыгрыша переразыгрываем, господа. И у каждого из вас сейчас есть второй шанс. Итак, выбираем случайный комментарий со словом ключевым «геймер». С выздоровлением Аюнит-то неплох, но ошибок мы не повторяем, ключевого слова нету, к сожалению. Едем дальше. Дед Мазай, геймер, молодцы, выздоравливаете, больше не болеете. Успехов в работе, в ваших увлечениях. Спасибо, Дед Мазай. Надеюсь, все зайцы целы. ПГ Лайф вижу, поэтому я думаю, что и продам гараж тоже имеется. Да, все верно. Дед Мазай, выходи со мной на связь в Инстаграм, там я объясню, как ты сможешь получить свой выигрыш. А мы переходим к следующему розыгрышу. Под этим видео мы уже разыгрываем не монеты, а сюрприз-бокс. И ключевое слово у нас шокер. Ошибок больше допущено не будет. Павел Жаворонков. Зачем так супругу шокером пугать? Видно же, что сильно боится. Ну, а что поделать? Проверяем подписочки, каналы, продам гараж. Имеется. Павел Жаворонков. Выходи со мной на связь в Инстаграм. Там я объясню, каким образом ты получишь свою посылку. Друзья, остальные, если не подписаны, подписываемся, потому что скоро выйдет вторая часть. Находочки там будут только нарастать. Мы же за сим с вами прощаемся. До скорых встреч. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. Пока-пока.